Москва постоянно растет и строится. И сегодня в ее черту вошли некогда отдаленные, старинные поместья и вотчины. Среди них один из шедевров русского классицизма – усадьба 18 века Кусково. Недавняя реставрация вернула ей пленительную прелесть архитектурно-парковых ансамблей прошлого. Вас встречает красота цветников и статуй, приветливая тень аллей. Среди зелени по берегам прудов высятся уютные павильоны, голландский домик, Эрмитаж. И непременное украшение классических парков – грот. Даже в знойный день это небольшое, изысканно отделанное здание сохраняет приятную прохладу естественных гротов. И вот вы вступаете в Большой дворец. Безукоризненная законченность его убранства, собрание произведений декоративно-прикладного искусства. Многое из того, что заполняет дом, сделано талантливыми крепостными мастерами, мебельщиками, ткачами, гранильщиками камня и хрусталя. В прошлом усадьба была летней загородной резиденцией. На празднества и увеселения сюда съезжалось много гостей. Может быть, фигурки из Кусковского музея керамики помогут вам представить себе характер этих приемов с танцами, театральными представлениями, балами-маскарадами и фейерверком. Большую эстетическую радость подарит вам Кусково. Но не менее яркие впечатления вас ждут впереди.